Чё? Эй! Ты дурак, что ли? Ну! А что такое? О, привет, чё? Чё такое? Ребята, уже запись идет, ты чё? Да, уже идет, что ли? Я даже не заметил, как её начал. Привет, ты сюда, Ладус, Барбелладус. Привет, я спать хочу, это я, Кубик, всем привет. Сегодня мы с Кубиком делаем топовые ловушки, просто за 10 минут до того лучше ловушка получится рабочая, прям чёткая. И я, конечно же, тебя, как обычно, выиграю, если зрители поставят лайкосики. Да, ребята, ставьте лайки, реально, от души, если вам нравятся ловушки, если вам нравится эта рубрика, если вы, лайкосов. Если вы, короче, вообще прям красавчики, ставьте лайк, реально, как бы не пожалейте. Ну все, погнали уже с собой наконец-то строить, потому что я тебе хочу наконец-то выигрывать. Да, все, погнали, ну, я уже погнал. Свою. До свидания, до свидания. До свидания, сейчас я тебя выиграю, как обычно. Ну чё, вот я и добрался до своей той самой арены, и я забыл, как обычно, кое-что сказать. Блин, я же вам забыл предупредить о рандомном комментарии, который висит прямо сейчас в видосике. Вот, ты тоже можешь взять и в него попасть. Как я все время про него забываю, просто капец, непонятно. Ой, зачем я нажал F5? Так, все. Короче, время пошло, начинаем сразу же строить ловушечку. Короче, сейчас я сразу же расскажу, что я хочу сделать для этого Владуса. Видишь, у меня целая куча динамита. Короче, я хочу сделать для него ловушку в ловушке. Это просто будет настолько офигенно, что просто капец. Так, это уже слишком много, наверное. Так, короче, смотри, что я хочу сделать. Я хочу сделать самый настоящий дом из динамита, но на самом деле он взрываться не будет. Прикинь, да, что я такое для Владуса приготовил. Это просто отвал башки. До такого 100% еще никто в мире вообще в жизни не догадывался. И я буду первым, кто придумает такую офигительную ловушку. Короче, смотри, вот я сейчас делаю эту ловушку из динамита, ну точнее этот домик. Но он на самом деле взрываться не будет. И там, короче, будет такая штука, что пол просто возьмет, провалится, и под ним будет лава. Это я, короче, придумал такую офигительную троллинг-ловушку, чтобы Владуса просто отвлечь. И он по-любому от такого офигеет. Я его прям сразу же с самого начала предупрежу, то, что этот домик взрываться не будет. Ну, он, конечно же, мне, как обычно, не поверит, и все. А я возьму его и просто затроллю. Это просто будет очень-очень офигенно. Если ты думаешь, что у меня все-таки получится обмануть этого Владуса Мармеладуса, то ты по-любому должен взять и поставить лайкосик на это видео, потому что без лайкосика вообще абсолютно никуда. Так, подожди, блин, мне кажется, что я как-то очень медленно все делаю, и осталось уже, ё-моё, осталось уже всего лишь 9 минуточек. Почему я такой долгий нубасик, вообще непонятно. Все, ладно. Короче, мне нужно немного ускориться. Нубасичек, давай, пожалуйста, строй этот домик побыстрее, потому что я реально как-то долго это все строю. И мне нужно реально поторопиться, все-все-все. Так, все, никаких лишних слов, просто делаем ловушечку для Владуса Мармеладуса, и все. Вот, домик у нас будет примерно вот такой. Только мне сейчас нужно сразу же поторопиться, чтобы доделать все эти TNT-шки быстрее, 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 потому что мне же еще нужно будет всю ловушку-то сделать. Почему я такой долгий, почему я такой медленный на бас, я просто не понимаю. А, это, наверное, потому что вы ставите так мало лайкосиков, и без лайкосиков вообще абсолютно никуда, ты же это помнишь. А еще не забудь про рандомный комментарий, да, я все время про него напоминаю, потому что он очень-очень важен. Так, наверное, ладно, все, это лучше ломать не буду. Все. В принципе, я думаю, что у меня домик уже в целом готов, и осталось только сделать самое-самое главное. Короче, смотри, сейчас я тебе расскажу, из чего я хочу сделать этот домик, ну, точнее, эту ловушку. Ты же уже по-любому видел такие ловушечки, и ты сам все прекрасно знаешь. Так, быстрее, быстрее, нужно просто взять и сломать всю-всю-всю земельку, которая здесь есть. Только почему-то она так долго ломается. Ой, блин, я еще и взял динамит, случайно сломал. Нафига я это сделал, я сам даже не представляю, ну ничего. Сейчас мне нужно, короче, быстренько все сделать, а здесь я, наверное, вот этот крайний блок ломать не буду, потому что он, мало ли, мне еще может пригодиться. Вдруг я там что-нибудь такое поставлю, что нужно будет еще ломать. И оно просто возьмет и активирует как-нибудь динамит, а такого мне немного не нужно. Все, короче, мне нужно быстрее взять и доделать сразу же эту быстренько ловушечку. Ловушечка, быстрее делайся, 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 потому что я должен взять и поскорее затроллить этого Владуса Мармеладуса, потому что, блин, он меня все время троллит, и вообще он такой офигевший, а я никогда его нормально даже затроллить не могу. Ну, конечно, у меня иногда это получается, но, честно говоря, не всегда. Так, все, короче, я строил ловушечку, и все. Зачем? Блин, я опять перепутал. Нафига я сломал все блоки-то? Ё-моё, я случайно это сделал, потому что мне же нужно было блоки-то оставить на вот этом уровне. Короче, ладно, мне придется просто взять и здесь немного восстановить, потому что я же должен еще цветочки посадить. Почему я про них все время забываю? А ё-моё. Так, короче, все, мне осталось только немного посадить цветочки и поставить сверху прямо на них гравий. Так, все, я по-любому должен успеть уложиться за все это время. Сколько у меня это времени-то уже осталось? Офигеть, у меня осталось всего лишь где-то 6 минут. Ё-моё, почему я нифига не успеваю? Короче, смотри, мне здесь сразу же нужно взять и сделать гравий. Почему я все время так долго делаю? И, блин, я там снова взял и разломал этот самый динамит. Почему я такой кривой? Почему я даже, блин, элементарно по блокам-то попасть не могу? Я сам это вообще абсолютно не понимаю. Ну все, в принципе. Так, гравий у меня здесь уже готов. Осталось только взять и мне немного украсить свой домик. Короче, смотри, я тут уже, в принципе, приготовил некоторые вещички. Так, кровать. Ага, блин, там под кроватью-то блоки будут заметны. Видимо, нужно просто взять и здесь сделать земельку. Ну, в
принципе, я думаю, что пойдет. Вот, кроватку я поставил. Что мы здесь еще с тобой сделаем? Рамку, картину. И, конечно же, я хотел сделать на входе голову нуба. Я совсем про нее забыл. Какую еще голову нуба? Это же голова про Прокиндола. Офигеть, я даже путаю самые элементарные вещи. Что-то я, видимо, вообще очень сильно волнуюсь. Но чтобы я не волновался, ты должен взять и поставить свой лайкосик на это видео. Ты же про него не забыл? Короче, смотри, теперь мне нужно взять и сразу же здесь везде расставить ковер. Я сделал обязательно голубой ковер, потому что Прокиндол же любит алмазики, а вот этот голубой цвет похож на немного на алмазики. Вот, в принципе, я так и оставлю. Так, только здесь еще остается у нас как-то немного темно. Мне просто нужно взять и поставить здесь факела. Так, вместо кроватки, потому что кровать я уже использовал. Я так думаю, что я поставил здесь два факела, и в принципе этого, наверное, будет достаточно. Ё-моё, у меня осталось меньше 5 минут. Почему я такой долгий? Почему я такой долгий нубас? Я вообще не понимаю, не понимаю. Так, мне нужно как-то здесь еще украсить. Окей, сейчас давай просто возьмем быстренько, украсим домик. А в принципе, я думаю, что его, наверное, много-то украшать и не надо, потому что Владу все равно будет думать, что домик этот взорвется. Блин, почему у меня не ставится другая картина? Вот, ага, так, 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 так. И в принципе, все, я думаю, достаточно, потому что слишком много картин здесь уже не надо. Ведь я уже сказал, почему. Так, все, в принципе, готово. Да, все, домик я уже до конца украсил, потому что там, по сути, толком-то ничего не надо было. Ага, мне осталось просто взять, закрыть домик и доделать мою ловушечку в самом-самом низу. Офигеть, я так-то думаю, что я успею даже быстрее, чем за 10 минут. Это же вообще прям очень-очень хорошо. Кстати, знаешь, что я еще подумал? Напиши обязательно в комментарии, как ты думаешь, у меня получится затроллить Владуса или нет. Еще обязательно не забудь написать, как тебе моя ловушечка, как я ее придумал. Она же вообще прям должна быть прям максимально крутецкая. Я так думаю, что она тебе должна прям 100% понравиться, потому что я сейчас возьму и быстро затроллю этого Прокиндола. Так, все, здесь готово. Мне осталось только взять и разлить лаву. Вот, я, наверное, залью ее даже на третий блок, потому что, ну, чтобы я не накосячил, потому что я же нубасик, ты же сам понимаешь, что я могу просто взять и немного накосячить. Все, в принципе, моя ловушечка уже готова. Я сейчас быстренько возьму костную муку у себя из инвентаря и просто здесь немного украшу, чтобы домик был вообще очень-очень крутой. Чтобы здесь была прям вообще такая атмосфера крутая. Чтобы это просто выглядело как самый обычный домик, и Владус ни о чем не догадался. Хотя, ну, это, конечно, немного палевно, но, в принципе, я думаю, что это выглядит прям очень-очень хорошо. И Владус все-таки ничего не поймет, потому что он же вообще глупый. Ну, я так надеюсь. Так, а давай мы еще с тобой еще, знаешь, что сделаем? Возьмем и поставим здесь... Конечно же, самое-самое главное. Мы просто возьмем и, конечно же, как обычно, поставим здесь пароль. Только мне сейчас самое главное просто взять и не зафейлить запись, как я это обычно делаю. Так, смотри, короче, мы с тобой пишем пароль. И пусть у нас пароль с тобой будет... Так, давай что-нибудь придумаем очень хитренько. 8 минус 4 умножить на 1. Равно вопросик. Да, вот, в принципе, я думаю, что такой пароль прям очень крутой, и Владус никогда о нем не догадается. Кстати, а если ты знаешь ответ на эту загадку, обязательно напиши мне в комментарии, чтобы я просто потом проверил Владуса, правильно он мне ответил или нет. А то я сам-то как бы читать такие числа еще не умею, потому что тут ведь умножение, это прям, ну, максимально тяжело. Ты же сам это понимаешь. Ну все, короче, моя ловушка, в принципе, уже готова. Я просто сейчас погнал звать Владуса, чтобы он попался в мою троллинг-ловушечку. Ну все, погнали скорее. Владус! Владус, я наконец-то закончил свою троллинг-ловушечку. Ты где? Теперь ты, что ли, здесь дрыхнешь? Владус, подъем! Ты куда пошел? Ну-ка, подъем, я тебе говорю, стой! Ты что меня тут троллишь, офигевший? Стоять! Короче, ладно, я пошел ломать твою троллинг-ловушку. Эй, стой, 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 да я пошутил, сейчас, стой, я не сплю. Ты что меня троллишь, блин? Я знаю, что ты не спишь. Вход, значит, лайк. Я поставил лайк еще в самом начале видосика. Вижу, что не поставил, по глазам. Ты офигел, что ли? Не-не-не, я тебя никогда не обманул. Вход, значит, отключение геймода. Окей, без проблем, сейчас я быстренько это сделаю. Ты сейчас просто офигеешь, что ты там такое задумал опять? Я геймод вообще-то уже выключил. Все, да проходи, проходи уже быстрее. О, нифига себе, какой крутой домик. Оружейная для тебя, чувак. О, нифига себе. Кустики, сразу же на входе кустики. Ты офигел, что ли? Я вообще-то его нюхал. Все, все. Давай, смотри, короче, здесь ты можешь приодеться реально по кайфу. Нифига, как здесь круто. Кстати, я, наверное, сейчас сразу же оденусь, потому что мне брони как раз-таки и не хватает. А зачем? Не-не-не, может, ну ладно, одевайся, как бы, она тебя все равно не спасет. Все, я готов, в смысле не спасет, от чего? От чего? Я не знаю, короче, смотри, чувак. Так, а здесь что такая золотая комната какая-то, это что такое? Не, это не золотая комната, короче, встаешь, это лифт на нижний этаж, там вообще пипец, там все зачаренное, там просто все из золотых блоков. Нормалек, подожди, а ты меня не троишь? Я же сейчас здесь хотя бы не взорвусь. Ну, не должен, по сути. Ну, вроде как он идет на второй этаж вниз. Ну что, ты готов? Ну давай попробуем, а ты со мной-то что, не пойдешь, что ли? Давай, раз. Так пошли со мной тоже. Так зачем? Мне же надо тебя отправить, потом я сам отправлю. Ну ладно, давай договорились. Давай, два. Два с половиной. Ну давай уже быстрее, мне уже не терпится. Два с ниточкой. Как ты меня достал? А все, давай, я пошел вниз. Да давай, быстрее уже. Три. Эй, что это такое? Эй, блин!
А я-то думал, там реально какая-то комната есть, нифига себе. Там еще и динамит. Ты вообще, что ли, офигел, Владус? Капец тебе, ну все, погнали в мою троллинг-ловушку. В принципе, все взорвалось, да как так-то? Кубик. Так-то ты офигеть, что для меня такое придумал, а? Ты меня убил? Ну как кранты тебе? Отстань от меня! Да блин, ты даже не испытал всю прелесть динамита, хотя он был, знаешь, так сказать, вот... А, нифига... Офигеть, какая здесь пещера огроменная случилась. Нифига, ты что такое задумал? Но я все равно не умер. Хотя динамит это была, так сказать, подушка безопасности для меня, понимаешь? Если бы ты не сдох бы от зелек, ты бы сдох от динамита. Ну что, а я, кстати, мог реально просто вообще не двигаться, и все, я бы тогда не умел. Оценивайте ее от 0 до 10 баллов прямо сейчас в комментариях, а мы сейчас заценим ловушку. Да, мы погнали уже на мою ловушку. Так я внизу, я не знаю, как мне отсюда выбраться. А, ну никак, скорее всего. Все, лифт закрылся, Кубик. До свидания. Здравствуйте. Я пошел посмотреть твою ловушку. Погоди, а с какой стороны выход это был? Я что-то его потерял. Все, теперь иду-ка быстро, иди сюда, я тебя буду сейчас троллить. А, я передумал, я не пойду. В смысле ты передумал? Да погнали, там вообще крутая троллинг-ловушка. Вот сейчас я тебе честно признаюсь, что у меня троллинг-ловушка для тебя, я тебя не обманываю. Понял, давай. Погоди, ты геймод выключил? Стой, геймод сначала геймод. Геймод я выключил, можешь ударить меня. Ну ладно, я тебе верю, все, погнали, смотри, короче, что я для тебя приготовил. Это просто отвал башки, вообще капец. Ты че, дурак? Нафига ты мне дом из ТНТ сделал? Так это просто, это обычный домик. Я тебе отвечаю, что он никогда не взорвется. Я тебе прям клянусь вообще. Ага. Я вижу по твоим косым глазам, да что ты мне надоел, да я тебя не обманываю. Стой, сначала пароль, 8 да. 8 минус 4 умножить на 1. Ты чё, нафиг я пароль этот буду да твой зажимать? Да ты офигел, это не... Я не пойду в твой дом, забирай свою табличку, да почему проваливай. Не пойдешь-то? Стой, подожди. Потому что я взорвусь. Нет, да, заспорим, что ты не взорвешься. Я тебе прям обещаю. Вот если ты взорвешься, то я, то я прокиндол. Ого, ща, ребята, да, значит, у нас Кубик станет прокиндолом. Ну чё, давай, где тут рычаг? Давай факел вот этот, да, должен блин, быть? Ой, я про рычаг-то я, короче, забыл немного. Ё-моё, я, короче, забыл самое главное сделать. Просто капец. Ну ладно, тогда просто, короче, стой здесь. Тебе нужно просто взять и, короче, ковер сломать. И тогда весь дом вообще взлетит наружу. Просто капец будет. Зачем? Так я ж... Ты же сказал, что я не взорвусь. Так ты не взорвешься, а, да? Ну, так просто, чтобы я стал прокиндолом. Да не этот рычаг, другой ковер надо было сломать. Вот, например, ты это... Дурак! Ты чё, нормалёк? Ей, жёстко, да я тебя затроллил, нормально ты вообще получилось. Я не ожидал, ну иди сюда, что? Я же тебе обещал, что ничего не взорвётся, вот, всё. Что? Ты меня убил? Не, тебе показалось. А, я уж думал, ты меня убил. Слышь, я же тебе обещал, что моя ловушка не взорвется. Вот, смотри, как круто было вообще. Да, правда, я забыл. Реально, это было неожиданно. Я хотел рычаг сделать, но я забыл, блин. Я, ну, ты дурак, потому что я знаю. Короче, вот так вот надо дом ломать. Не-не-не, надо его не так ломать. Сейчас я покажу, где его нужно ломать. Стой, погоди. Не надо, я его быстрее сломаю, чем ты его взорвешь. Я понял, что ты хочешь заранее. Ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я успел! Кранты тебе, Владус! Нормалек, я тебя победил, как обычно. Покедова! Покедова!